Управление промышленного железнодорожного транспорта является структурным подразделением АО «Алмалыкский ГМК», образованным в 1953 году. Сегодня в составе УПЖТ действуют 4 железнодорожных цеха, 6 служб и административно-хозяйственная часть. И если основные задачи ЖДЦ-1 и номер 2 – технологическая перевозка руды и горной массы с рудников Кальмакыр, Ёшлик-1, Сырычеку, Намов, МОВ-2 и отвалы железнодорожным транспортом, а также перевозка народно-хозяйственных грузов, поступающих в адрес АО «Алмалыкский ГМК» и отправляемых с комбината готовой продукции железнодорожным транспортом, другие технологические перевозки в подразделениях комбината, то специалисты ЖДЦ-3 занимаются ремонтом электровозов, тепловозов, путевой и автотракторной техники, а ЖДЦ-4 решают задачи текущего содержания, ремонта и капитального строительства железнодорожных путей. При этом руководство предприятия особое внимание уделяет кадровой работе, профессиональному росту сотрудников, в том числе тех, кто занимается ремонтом железнодорожных составов. В настоящее время в управлении промышленного железнодорожного транспорта Алмалыкского горно-металлургического комбината реализуются различные инициативы по повышению квалификации персонала, в том числе презентация учебно-методического пособия по ремонту вагонов, разработанного сотрудником вагонной службы УПЖТ Асатулой Умаровым. Методическое пособие служит для повышения профессионального мастерства машинистов локомотивов, их помощников, вагоноремонтников, контролеров, слесарей по ремонту подвижного состава, работающих на промышленном железнодорожном транспорте, а также для обогащения их знаний, умений и навыков. Методическое пособие охватывает актуальные темы, касающиеся технического ремонта железнодорожного транспорта и продления срока его эксплуатации. В ходе презентации отмечалось, что методическое пособие широко освещает задачи и навыки сотрудника. Это, в свою очередь, облегчает работу специалистов, изучающих его. Кроме того, руководство, составленное на основе опыта, полученного за долгие годы работы, служит постоянно действующей программой для работников УПЖТ. В завершении мероприятия за плодотворную работу в деле профессиональной подготовки кадров Асатуле Умарову было вручено благодарственное письмо от учебного центра АО «Алмалыкский ГМК».